доверять народной медицине, народным рецептам? Не могу сказать. Можно. А какие-то рецепты знаете, может быть? Нет, рецепты так сам не знаю. Смотря какой. А какой вы имеете в виду? А про какую вы, какой бы вы доверились? Ну, я бы, честно говоря, бы никакой. Угу. Ну, я знаю, что есть народные целители, есть знахари, которые травами лечат. Ну, может быть. Потому что в аптеках те же самые сборы продаются. А так бы, знаете, я бы не рискнула бы. Хотя многие рискуют. Так же, как и биоактивным добавкам и так далее. Я не сторонница этого. Я сторонница традиционной медицины. Нет, конечно, не доверяю. Вы имеете в виду нашим врачам или кто сам народная что? Медицина, да. Нет, именно народные средства. Ну, кое-что, да, доверяю. А вот, что применяете? Может быть, травы какие-то, может быть, вот... Ну, например, доверяю, вот, когда дети кашляют очень сильно, делаю редьку с медом, между прочим, помогает. Вот это, я считаю, народная медицина. А традиционной? А традиционной, не знаю, нет. Вообще медицине нашей не доверяю. Ну, может быть, не всем. А вот пользовались какими-то рецептами, знаете, может быть, применяли их? Нет, не пользовалась, не знаю. Я думаю, нет. Никогда вас не лечили ни редькой, ни подобными травами? Нет, я думаю, бабушка меня лечила, но я думаю, что сейчас в современное время доверять народной медицине не стоит. Если подумать, то можно, наверное. Какие-то рецепты, знаете, или, может быть, лечитесь, или все-таки к врачам лучше? Ну, в основном к врачам. А в основном вообще никуда не хожу. Конечно, можно. Может быть, какие-то рецепты, знаете, проверенные, сами лечились или все-таки к докторам обращаетесь? Нет, пользуюсь и народной медициной, и докторам. Как вы думаете, можно доверять народной медицине? Конечно, нет. Можно. Конечно, можно. А вас, наверное, в детстве лечили каким-нибудь? Ну да, зубы лечили травами всякими. Чтобы не болели. Загородами бабушка лечила, чтобы зуб не болел. Все. Здорово. Ну, а сегодня все-таки к врачам-то приходишь? Конечно. Ну, каждый день хожу. Зуб заболел, сразу к врачам бегу. Обязательно нужно прислушиваться, конечно, врачей. Но иногда чай с малиной попить не вредно. Я думаю, да. А вы пользовались какими-то рецептами? Конечно. Вот какой-нибудь самый любимый? Самый любимый? Вот при первой простуде, может быть, какие-то рецепты знаете? Или от... Ну, пока малина, лимон. Что еще? Ну, а к врачам ходите? Или... Конечно, хожу. Народный нет. Я доверяю. Вот пользуетесь какими-то рецептами? И пользуюсь. Я пользуюсь и рассиранием, например, когда суставы болят народными. Я пользуюсь всякими полосканиями, например, ромашкой, календулой. Я пользуюсь травами, в основном травами. Вот, поэтому мне нравится, помогает. Как видите, 70 лет скоро будет, а вот такая женщина.